сборная мира, ни чемпионы, никто Анну Кочетову не мог остановить. Они о своем настрое на этот матч и несколько слов об игре. Игра непростая, сразу говорю, и там будет тяжело тоже играть. То, что здесь так получилось, это не только моя заслуга, заслуга всей команды, потому что где-то сыграли на меня, мое лишь дело было забить. Ну, это тоже, конечно, не из легких задач, но тем не менее. Спасибо девочкам, если бы не они, я бы также не сыграла хорошо. Такое ощущение, что вот на датчанок был какой-то вот особая злость, зуб был. Так это или нет? У нас на сердце, если честно. У нас нет такого, чтобы мы выходили там без зубов. Спасибо еще раз, отличной игрой и с победой. Понятно. Вас сегодня не успел убежать, вас сегодня били нещадно, но тем не менее, вы очень хороший матч проведете. Не бывает никогда легких игр, поэтому тяжело, но мы же «Динамо», поэтому... Но 41-33 с лучшим клубом Европы, это... Мы тоже не последний клуб. Ну, мы хотим верить, что сегодня как бы состоялась эстафета, передача эстафета. Мы тоже надеемся. Ну, что перехватим эту инициативу.